Красивые, как куколки. В сети обсуждают внешность маленьких дочек Эммануила Виторгана и Ирины Млодик. Многие осуждают пожилых родителей, а многие и поддерживают. Ведь стать дважды отцом в столь преклонном возрасте – это настоящий героизм. А для его супруги рождение детей – так и вовсе подарок и счастье на старости лет. Как ни странно, но Ирина утверждает, что рожала сама. Она впервые стала мамой в 56 лет, что очень сомнительно в силу такого преклонного возраста.